она Сибирь, ну вот красота. Буквально за несколько дней. Сколько уже ягод, какие они поспели. Вот эта вот ягода называется засыха, очень хорошая мочегонная. Вот это ваш покорный слуга, я рассказываю, веду репортаж с места событий. Дорогие пользователи, всем привет, я в тайге, есть работа, вот ее нужно выполнить. Руковожу работой тяжелой техники, отсыпка, подготовка площадки для установки дополнительного оборудования для вышки Мегафон называется. Вот, всем привет. Готовим подъездные пути. Вот только к этой вышке будет стоять еще дополнительное оборудование. Сейчас проходимся. Вот мы готовим площадку для работы крана. Здесь будет 50-тонный кран. Поднимать плиту, она весит 23 тонны. Сегодня первый день. Мы готовим площадку, после обеда будет машина, которую мы отсыпем щебнем и скальником. Вот. Все производится согласно договору. Вот. Площадка готова, практически первые, так сказать, работы. Такой здесь грунт, очень жирная глина. Вот мы поднялись. Опа. Вот здесь вот будет стоять две плиты. Так, сейчас будет заводить щебень. Прошел в лесочек для того, чтобы вам показать лесную красоту таежную. Вот. Ягодки кругом. Ладно, ягодки, видите, мелкие. Специальным совком собирает. Смотрите, какие сочные разноцветные краски. Деревья. Это же ведь красота девственной природы. А это вот кедр. Кедрач. Муравейник. Сколько здесь красоты. Мы на опушке находимся. Ну, продолжая свой рассказ, мы сегодня должны сделать площадку. Вот, пока основной состав выполняет мое задание. И кто-то обедает, водитель обедает, механизатор. Вот, я хожу здесь по опушке и кушаю ягодки. Вот, очень вкусные, полезные. Всем хорошего настроения, хороших выходных. Кедр сибирский, северо-енисейский.
А вот спит. Ягода. Смотрите, какие иголочки. Ох, как красота. Ух. И ох.